куда это ты намылился, а? Отвали. Да ладно. На свиданку, что ли? Не твое дело. С настоящей девушкой? Живой? С руками, с ногами, да? Да что ты приколебался? Сказал, ты хоть не знаешь, твое дело. Хоть знаешь, что мне делать, а? Ладно, давай я тебе хоть помогу, что ли. Я же о тебе беспокоюсь. Как у моего любимого братца все тебя пройдет? Тебя просили, что ли? Ну, может быть, я тебе что-нибудь посоветую? А то у тебя опыта-то совсем нет. Ну, конечно, с твоим-то опытом не сравнится. По 5-6 девушек меняешь, зараза. Я же мне до тебя. А у тебя прям-таки одна единственная. А может быть и так. Ну, цветы-то хоть купил. Ты что, серьезно на первую свиданку без цветов собрался? Денег не хватило. Ха, неудачник. Ну-ну. Потом расскажешь, как все прошло. Школьник. Привет. Ну что, а? Нас и в силе? Ну театр же. Ладно, подожду. Привет. Привет. Клево выглядишь. Спасибо, ты тоже. Ты тоже в театр? Почему тоже? Меня сегодня мой парень в театр пригласил. Mm-hmm. Представляешь, сам мне написал и сам забыл. А ты со своей девушкой идет? Ну, собирался. Опаздывает, да? Вечно все девушки опаздывают. Вот я первый раз в жизни пришла вовремя, и теперь сижу жду. Денег не хватило, хотел купить самый лучший день. Ну и правильно, и все сразу. А то привыкнет к хорошему, а потом истерики будет устраивать. Ну а девушка совсем опаздывает. Знаешь, я хотел бы сказать. Всем привет. Ну что, пойдем, там уже скоро все закончится, нам еще билеты брать. Ты извини, что я так задержался. Да ничего, я даже не заметила. Я забыла пиджак отдать. Ты чего? Так это не ты мне открытки писала? Какие открытки? Вот эти! И в театр ли ты меня позвал? Что ты молчишь? И цветы эти тоже не от меня. В смысле? Просто ты ему очень нравишься. И вот стесняется тебе сказать об этом. Вот и попросил меня. Но мы же с тобой встречаемся. Ты же меня знаешь. Я себя знаю. Ну, повстречаемся максимум 1-2 недели. И все, разбежимся. Ну, я же... Давай будем до конца честными. Ты же со мной тоже не от большой любви. Ты симпатичный. Я думаю, у нас могло что-то получиться. Хватит думать. Сходи с ним в театр. Повеселишься. Ты такой милый. Так о брате заботишься. Чего, милый? Я тебе тут ситуацию объясняю, а ты умиляешься. Чего встала? Быстро пошла с ним в театр. Ты что, обалдел? Ты что делаешь? Чего-чего? Жизнь вашу устраиваю. Вот урод! Ты видел? Я с ним еще встречалась. Ну, прости его, что ли. Пошли уже. Только попробуй все испортить. Врежь.